Привет всем, с вами установочный центр по крафту. Сегодня у нас Toyota Highlander в комплектации с штатным звуком JBL, с погремушкой в задней двери в этой и со штатной камерой. Сюда мы установили магнитолу фирмы Vomex и два омывателя камеры, переднюю и заднюю. Магнитола Vomex штатная, в штатном месте, подходит без зазоров, четенько, пластик родного цвета, все как родное. Пленочку не снимаем, пленочку снимет клиент. По характеристикам, самое мощное, быстро на данный момент железо, Android 10, 4.64, настройки автомобиля, ой, нет, не сюда, система. 8-ядерный процессор, 10-й Android, 4.64, со встроенным 4G и с DSP процессором, да, то есть открываем эквалайзер, видим здесь эквалайзер, уже кто-то что-то сделал. Нормально. Объемный звук, это не баланс, это аудиофокус, смещается направо-налево. Можно выставлять в миллисекундах, можно возить пальчиком, звук меняется в реальном времени, очень удобно, сразу все понятно. Бас, все дела, в данном автомобиле оснащен штатным усилителем JBL, сабвуфером, динамиков, не знаю, штук 10, наверное, ну много, они везде здесь установлены, ну, что ты смеешься. У кого JBL, те знают сколько. Да. Вот. Присутствует у нас Яндекс.Навигатор с голосовыми подсказками. Все как положено. Сбербанк. Работает голосовой поиск. Все. Поехали. Маршрут построен. Подсветочка. Ой, слепли люди. Значит, данный аппарат имеет очень важную в современном мире функцию. Это разделение экрана. Например, мы берем, нажимаем разделение экрана, Яндекс.Навигатор сворачиваем в левую часть экрана. А справа, например, мы... ну, давай, YouTube есть тут. Поставим сюда YouTube. YouTube, и можем посмотреть прямой эфир. Ну, конечно же, будем смотреть 7 часов мультиков. 7 часов. Как раз... И миллион рекламы. Да. Вот. Ну, это мультимедиа, она, естественно, для всех здесь, наверное... Нет, здесь не 7 мест. Экран можно раздвинуть вот так вот. То есть Яндекс.Навигатор будет у вас поменьше, YouTube будет побольше. Маленькие пассажиры едут, смотрят свои мультики и, в общем-то, радуются и не жужжат. Удобно, удобно. Раз. И Яндекс.Навигатор у нас на весь экран. Далее. Ну, естественно, радиоприемник. Кнопки на руле, мультируль полностью работает. Программируется все как надо. На кнопку с головой мы запрограммировали что? Яндекс.Навигатор. Как обычно. Также это позволяет переключаться между двумя приложениями. Например, мы ехали, смотрели только что с вами YouTube. Посмотрели, куда сворачивать, и дальше продолжаем смотреть YouTube. Значит, камеры заднего вида. В смысле, камеры вообще. Камера заднего вида у нас... Сейчас мы на весь экран ее сделаем. Камера заднего вида у нас линии поворачиваются, как и поворачивались. Переключаемся, допустим, в нейтралку. Кнопочку на руле нажали, у нас камера переднего вида. Теперь мы можем включить заднюю. У нас задняя камера заднего вида. Включаем дальше драйв. У нас камера переднего вида. Удержанием кнопки мы можем ее выключить. Также были установлены омыватели обоих камер. Например, включили камеру переднего вида. Побрызгали, камера чистая. Адский напор. Серега делает вообще как бог. И камера заднего вида. Есть и омыватель заднего вида. Заканчивается водичка. Да, водичка, кстати, закончилась. Доказательства надо? Низкий уровень омывателя в бачке. Надо долить.
С вами был установочный центр ПК Авто. Обращайтесь к нам.